28 июня в Раменской школе номер 19 состоялся выпускной для учеников 11 классов. Это было незабываемое событие. Ребята прощаются со школой и начинают свой путь во взрослую жизнь. На сцене звучало много добрых слов от учителей, которые знали выпускников еще маленькими первоклашками. Заключительной частью мероприятия стала эмоциональная песня «Подарок от выпускников». Этот выпускной стал красивой точкой школьной поры. Впереди у юношей и девушек совсем другая жизнь, полная надежд, испытаний и новых возможностей.